Рейлинги на крыше обеспечивают дополнительную возможность перевозки грузов на крыше и включают в себя два алюминиевых продольных рейлинга и две алюминиевых поперечины между ними. Масса груза при условии равномерного распределения по обеим поперечинам не должна превышать 80 кг. Чтобы установить поперечину, расфиксируйте сначала оба рычага на рейлингах и поднимите их настолько, чтобы их можно было повернуть в сторону. Теперь поверните обе поперечины до фиксации на противоположном рейлинге. Вы можете изменять расстояние между поперечинами. Сместите заднюю поперечину, сначала разблокировав ее, а затем сместив ее по направляющей. Когда требуемое положение достигнуто, зафиксируйте поперечину в транспортировочном положении. При этом следите за тем, чтобы она правильно зафиксировалась. Гибкое изменение положения поперечин способствует оптимальному закреплению груза. Обратите внимание, что в зависимости от степени загрузки вы можете изменить центр тяжести автомобиля и его поведение на дороге. Обязательно соблюдайте максимально допустимую нагрузку на крышу и адаптируйте свой стиль вождения к изменившимся характеристикам автомобиля.